14 августа в формате «Гость редакции» состоялась встреча с профессором, доктором юридических наук, директором Музея славянского права и культуры, председателем Совета диаспоры Республики Сербия Божидаром Дмитриевичем. Судя по России и Сербии, да, в чем? И какие, может быть, у нас есть какие-то общие угрозы? Да? Я хотел бы показать, если можно, это тайна русского храма, путеводитель. Я бы указал на, и вам предоставлю для газеты доказательство, что истоки русской цивилизации и русской культуры именно находятся в Лепенском вире и Винче. Значит, Лепенский вир – это древнейшие археологические раскопки Европы, где Солнце до сих пор 12 тысяч лет формирует 21 июня 6 часов утра букву А, что для древних славян было АЗ, но не как статичное АЗ или А, а КОЛО. Они это воспринимали как КОЛО, ибо по отношению к этой горке Трескавац они видели, что Солнце каждое утро рождается на другом месте и уходит от этой горки, а потом через некоторое время возвращается. И снова 21 июня формирует эту букву А или АС, то есть это мировоззрение. Так что в основе слова «Россия» лежит название «РАС» или «РАЗ». А серби до 1848 года себе называли РАС. Значит, в 1848 году взбунтовались, как и во всей Европе, были революции, и в Будапеште, который был город славян, Будим это был город славян, а Пешта была город угров. Это две, не только народа, это две расы. Избунтовались именно угры, поскольку вы правильно произносите, венгры. Это вени и угры. Это два народа, так что и здесь, когда говорите о финно-угорским народам, это две, не только народы, два вида народов, это две расы. Это вини, то есть фини, это славяне, а угры это есть угры. И в этом плане серби стали на сторону Вени, поскольку Вена то тоже славянского происхождения, и славяне Вена, Вени. И когда австрийский царь с помощью сербов подавил восстание это, он убедил сербов, что РАС это неприличное название угров для сербов, и они обозначили, поскольку написал в латинице, это читается РАЦ. А он убедил сербов, что это такое негативное кличка для сербов, хотя это название сакральное значение, значит род АЗ. Ибо мы серби, как и русские, никогда себя не определяли через род, через территорию, а именно через род. Так что серби называли себя род АЗ, а АЗ было это первоначало значение КОЛО. Так что название РАС серби и КОЛО ВЕНИ это абсолютно идентичные понятия в сакральном значении. Так что в этом смысле Россия имеет истоки на Балканах, и я даю и карту Сербии, которая из 1689 года Джакарло Кантинелла нарисовал картограф, эту карту, где написано «Сербия, Дельта Артименти, Россия». То есть Сербия под названием Россия. То есть Россия и была Сербия. Но русских вытесняют, мне это один русский ученый раскрыл тайну, что самая древнейшая технология Ватикана, то есть Римской империи, это вытеснение, это именно русской цивилизации или России. Так что Сербия, несомненно, была Россия, даже по картам в
фальсификаторов, то есть по карте Рим это большой фальсификатор, и Ватикан самый большой фальсификатор в истории человечества, а карта даже из этих краев, из Рима, она подтверждает, что Сербия была Россия, и весь Балкан был Россия. Так что Россию вытесняют и при этом применяют терминологическую войну. В этой моей книге первоначальное значение слова «Москва» есть целый раздел «Терминологическая война», поскольку это самая страшная война против народа рас. Много неожиданного, невероятного, на первый взгляд, услышали мы от профессора. Мы были интересны друг другу, но встреча подошла к концу, и пора было прощаться. Все, что говорил Божидар Дмитриевич, предстоит еще осмыслить. Обменялись, как водится, сувенирами на память. Чувство такое, будто встретили родственника, которого долго искали. Полное интервью читайте на сайте «Новой газеты Кубани».